К другим темам. В Курганской епархии прошло ежегодное епархиальное собрание. Священнослужители, монашествующие миряне подвели итоги деятельности 2020 года и наметили планы на 2021 год. Возглавил собрание митрополит Курганский Белозерский Даниил. Правящий архиерей в своем докладе уделил особое внимание наиболее животрепещущей теме – эпидемии коронавируса, изменившей привычный порядок всей церковной жизни. В непростых условиях в 2020 году нам пришлось встречать Пасху Христову, но благодаря доброжелательному диалогу с правительством Зауралья и лично с губернатором Вадимом Михайловичем Шумковым ни один из храмов нашей митрополии не закрылся. К теме коронавируса владыка вернулся и в конце доклада. Здесь он на примере высказываний святых отцов постарался развеять то смущение, в которое порой впадают и православные христиане из-за распространения вредоносного поветрия, тяжелых страданий и смерти многих людей, включая священнослужителей. Дорогие отцы, прошу вас помнить о подлинном христианском святоотеческом отношении к болезням и к их лечению, и призывать всех прихожан не смущаться сердцем, приходить в храмы Божии, и исповедоваться, и причащаться Христовых тайн. Владыка обращает наше внимание, чтобы мы обращались к святым отцам. Но это очень, очень правильно, очень актуально. Времена впереди, скорее всего, нелегкие, подобные 90-м годам. И тем более нам надо укрепляться. А как укрепляться? А вот через обращение к опыту церкви. Говоря об итогах 2020 года, митрополит Даниил особо подчеркнул, что в Кургане продолжает развиваться православная общеобразовательная школа во имя Александра Невского. 1 сентября в этой уникальной школе начался 15-й юбилейный учебный год. Удалось увеличить набор учеников на 30%, а также договориться с правительством региона о выделении дополнительного финансирования. В планах – решение вопроса и по строительству нового здания школы. За истекший год очень много сделано. Благодаря попечению владыки с радостью смотрим в будущее и очень надеемся, что число детей, которые приобщаются к православию и одновременно обучаются по общеобразовательной программе, будет в нашей области прирастать. На епархиальном собрании было принято решение о создании епархиальной попечительской комиссии кассы взаимопомощи. Председателем назначен протоиерей Михаил Кучеров, настоятель Свято-Троицкого прихода и благочинный приходов города Кургана. В состав комиссии вошли 4 священника, в том числе руководитель епархиальной ревизионной комиссии, священник Михаил Сычков. Учреждение попечительского совета является очень важной задачей, особенно в текущее время. И по благословению митрополита Даниила в нашей епархии учреждается специальный фонд, в который будет отчисляться денежные средства силами каждого прихода. И денежные средства из этого фонда будут расходоваться исключительно на поддержание священнослужителей и их семей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. На собрании также были заслушаны вопросы о выполнении поручений главы Курганской митрополии по итогам прошлого епархиального собрания, отчеты о деятельности отделов, благочинии и епархиального совета Курганской епархии за 2020 год. Также был утвержден план епархиальных мероприятий на следующий год. Михаил Насонов, Татьяна Маковеева, Сергей Балмасов, пресс-служба Курганской епархии.